В Макеевке на Донеччине 3 июня правоохранители обнаружили у местного магазина обгоревший автомобиль, в котором находились 4 трупа. Следственно-оперативная группа зафиксировала, что на заднем сидении машины обнаружено 2 трупа мужчин, а рядом с водительскими дверями автомобиля находятся еще 2 трупа неизвестных лиц с огнестрельными ранениями в лобно-теменной области. Тела погибших были обожжены, однако на них были обнаружены остатки камуфляжной одежды. Обстоятельства событий и лица погибших устанавливаются.